Добрый день, мои дорогие. Сегодня я готовлю такой интересный обед, ужин. Не знаю, кто как хочет, так назовет, кто когда приготовит. Значит, нарезаю картошку. Нарезаю полукольцем. Все это у меня пойдет в стеклянную емкость. У меня вот такой. Ну, кто во что хочет, можете в сковороду делать. Выкладываю, значит, картошку сперва. Непроизвольно. Нарезаю лук тоже полукольцами. Очень тонко не надо резать. Очень тонкий там вкус совсем другой. Такой ширины. Тоже выкладываем. Лука побольше. Она очень вкус хороший придает. У меня одна такая средняя луковица. Следующий пойдет у меня грибы. Очень полезная пища и вкусная. Тут идет минимум жира. Я просто спрыскиваю. Сейчас увидите. Можно вообще без масла приготовить. Следующий у меня пойдет филе. Филе можно кубиками нарезать. Можете взять грудку курицы. Ну, из любой. Все, что даже можете из фарша приготовить. Вот такое. Лишь бы присутствовало вот здесь мясо в этом блюде. Вот так. Следующее у нас помидорчики. Так, следующая у нас пойдет уже морковочка. И сверху, конечно же, зелень. Морковочка хватит. Нарезаю зелень. Мелкие, не надо тут зелень, прям чтобы она была мелкая. Тут все крупно нарезано, и зелень должен быть покрупнее. Пойдет чеснок. Соль. По вкусу, конечно. И сверху опрыскиваю масло. Да, подсолнечное обычное масло. Сверху немножко. И добавляю где-то 50-100 миллилитров воды. Вы можете вообще не добавлять. Она свой сок пустит.
Время от времени помешиваю. Обязательно, не забывайте. Вот такая вот у меня изумительная еда получилась. Пахнет изумительно. Пробуйте, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!